Хорошо. Хорошо. Зачем очки? Очки? Зачем? А это когда больному зубки сверлишь? А? Косточки отлетают, хрящики, зубки, чтобы в глаза врачу не попали. Ну что, Альберт, узнаете меня? А в 64-м году в Ухте в командировке были? Были. А девочку Олю, студентку мединститута, помните? Это что? Помните. Так вот, Альберт, мой сын все время спрашивает меня, где папа? О, где папа? Где папа?